Так вот, у нас сегодня день открытых дверей. К нам приехало сегодня много людей из разных городов. Юрга, Новосибирск, Кемерово, Барнаул, Омск даже. Сегодня совместили с тем, что сделали набор бассейнов. Пока что-то один Астон Ройс ковыряется, Астон встал. Короче, Сян, ты отвез свою женщину на моря. На моря отвез. Не надо вытираться об меня. Иди, иди, купайся. Иди. Кондюш. В общем, коты отходят от вчерашнего дня, рассказывают мне, как они устали, как тяжело быть звездой. Вот пришли прям. Погода сегодня не купательная. Достаточно прохладно на самом деле. Коты вот проснулись на самом деле только вот недавно. Пару часов назад, наверное. И мы также. Гирд порадовал всех гостей своим присутствием. Ни от кого не свалил. Весь день был вместе с нами. Гирд прям молодец. Такой дед боевой. Поразговаривал, даже дал почесать себя. Выпендривался. В общем, Герда люди не впечатлили. Наверное, самый мощный момент у нас было человек 100. А так, наверное, человек 200, может, побольше пришло за весь день. Ну, я думаю, где-то примерно так. Коты отсыпаются, отъедаются. Сегодня нам привезли 500 килограмм мяса. Поэтому все замечательно. Морозилка, кстати, умерла. Все-таки умерла своей смертью. Решили ничего не брать. На месте уже будем решать с морозильной комнатой. Ждусь. Ты бы нам что-нибудь продемонстрировал хоть. Кроме своей сонной улыбки. Мира удивила тем, что она не пряталась в домик, наоборот, со всеми прикинулась камушком. Лежала на будке весь вечер. Вот сегодня отсыпается. Тоже вот я ее прям раздражаю немножко. Все, я тебя недолго мучу. Аритуза вот примерно в таком состоянии встретила гостей. Типа, как только к нам все пришли, такая, я ничего не знаю. У вас там свои дела. И все. Примерно начали гости приходить. 2:30 первые пришли. Рита скрылась, наверное, в 2:50. Сказала, что я не знаю, у меня сегодня выходной. На вас я не рассчитывала. Люди мне не нужны. Мне и тут хорошо самой одной. Лада примерно себя вела ровно так же, как и Ритуза. Тоже возмущена была, не выходила. Здороваться практически ни с кем не стала. По всей видимости, для них, так люди на них повлияли очень сильно. До этого, в прошлой жизни их. Так что сделали вывод, что Рита, Лада не очень хотят принимать участие в дне открытых дверей. Но, в принципе, и смысла их мучить в этом никакого нету. Поэтому они у нас будут жить, я думаю, впоследствии вдали от всех, чтобы им было комфортно. Ну, с этими звездами все понятно. Что мы удивились, что необычного было за это время, это что Финя с Тессей
первый раз настолько умотали их люди. Ну никто, кто зубы новые проверяет? Не проверяй. Умотались так, что захрапели при всех. Я думал, вообще у них неиссякаемая на самом деле энергия. А оказалось, нет. Вот, оказалось, что золотые коты умеют уставать. Этого мы никто не ожидал из нас с Яной. Вот. Десяндр. Не запрыгивай на меня. И понравилось ему, понравилось на меня после этого видео на меня запрыгивать. Теперь пытается демонстрировать это постоянно. В общем, коты молодцы. Не то, что не испугались, а наоборот, развлекали всех. Ташуня молодец. Ташунь, ты молодец. Крокодильцы, конечно, кусучие. Но тоже молодец, себя вела хорошо. Со всеми чесалась, со всеми тусила. Замечательно. Ну, Астон молодец, как всегда, тут сказать что нечего. Они с Ройсом постепенно, по очереди нас всех веселили. Вот откуда тигр должен пить воду? Да ну, хандюш, дай мне посидеть, Керосяна. Где тигр должен пить воду? Конечно же, из бассейна, то есть чистую воду, которую я приношу, коту совершенно неинтересно. Так как температура за бортом сегодня не шибко теплая, в бассейн он особо не залазит, так ноги помочить, а вот пить с удовольствием. Ну, а что сказать, что Астон? Астон себя вел хорошо, с Ройсом они по очереди тусили. Здесь мы все закидали, доску поставили, вот стойки выставили, столбы выставили в уровень. Вот, это песок 2 КАМАЗа привезли. Но в любом случае это будет быстрее, чем тележками. Они экскаватором засыпят тут все, ну и соответственно это вывезут. Завтра перекинем наш палет, который там спрятан, на эту сторону, вот, и начнем уже ставить стропильную систему.